К руководителю фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеславу Кирееву обратилась с просьбой о помощи заведующая детским садом номер 24 в поселке Лесной Городок Вера Бодрова. Садику было необходимо срочно заменить часть сантехнического оборудования. Роспотребнадзор уже выдал соответствующее предписание. Команда Вячеслава Киреева оперативно приобрела необходимые смесители, которые были переданы заведующей.